Время летит очень быстро. Земля на космической скорости несется в пространстве. Навстречу с Господом проходят годы, проходит 19-й год, начинаются новые десятилетия. И надо приготовиться к этой встрече. Мы не знаем, когда это произойдет, но мы приглашаем вас 31 декабря в 22 часа. Мы встречаемся на новогоднюю молитву, чтобы встретить Новый год и встретиться прямо сразу с Господом и сохранить эти взаимоотношения в течение последующих лет. И хороший пример из встречи Нового года, Рош ха-Шана, когда Божий народ, понимая время и понимая смысл, вложенный в Библию, приготавливает себя. Это время покаяния, это время молитвы, это время общения, это время простить друг друга, это время встречи с Господом. Поэтому добро пожаловать. С 10 вечера до часа ночи мы будем вместе славить Бога, встречаться с Ним и открывать наши сердца, чтобы Он очистил, осветил и приготовил к этой встрече. Добро пожаловать! Причастие. Всем привет! Как вы знаете, в нашей стране вводится принцип раздельного сбора мусора, ведь, конечно, давно уже пора начать заботиться об окружающей среде. И сегодня я бы вам хотела рассказать, как наша церковь решила помочь данной проблеме. В помещении нашей церкви вы сможете найти специальные баки для различного вида отходов. Давайте будем ими пользоваться и вместе улучшать нашу окружающую среду. Давайте покажу, что нужно делать. Итак, пластик. Кидаем в синий ящик. Целлофан, обертки. Кидаем в смешанные отходы. Бумагу и картон мы кидаем в синий ящик. А пищевые отходы мы кидаем в смешанные. То есть синий ящик – это вторсырье, серый ящик – это смешанные отходы.